Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, товарищи офицеры, дорогие земляки! Сегодня здесь, на этой площади, пишется история нашей страны. Пройдут годы, и наши потомки будут бесконечно благодарны вам за то, что вы делаете для сохранения мира на нашей земле. История показывает, враг не оставит нас в покое. Людей уничтожают только за то, что они говорят на родном русском языке. На наше поколение выпало судьбой с оружием в руках встать на защиту независимости и мира в нашей стране. Сегодня вы отправляетесь защищать матерей, жен, детей. Все, что по-настоящему дорого настоящему мужчине. Песен еще не написанных сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе мне жить или на выселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Дорогой наш Петя, мы очень тебя ждем, мы очень тебя любим.
хочется пожелать вам победы и скорее-скорее возвращаться к нам. Ты знаешь, что сын очень-очень тебя ждет. Сережа, твоя дочь научилась говорить: «Папа, я тебя люблю». Дома очень-очень тебя ждем. И очень-очень любим. И очень-очень любим. И тебя очень любим. Ждем. Очень ждем, что ты скоро вернешься. Папа, привет тебе из Тюмени. Мы тебя очень ждем. Андрей Юрьевич, мы тобой гордимся. Ждем тебя, наш папа Андрей. Каждую секунду ждем. Очень гордимся. Наша защита, наша опора. Возвращайся скорее к нам. Она плачет. Саша, все детки наши тебя очень ждут. Верят, что ты вернешься и скоро будешь вместе с нами. Папа, возвращайся домой. Ты наш герой, мы тебя очень любим. Возвращайся домой. Здорово, мой Гридима. Мы тебя очень-очень ждем и любим. 23 февраля – это не только праздник для всей нашей Тюмени и для всех мужчин, но это и наш семейный праздник. Скоро у наших деток будет день рождения – 23 февраля. Поэтому возвращайтесь с победой. Мы вас все ждем, любим. Сереж, мы верим в тебя. Возвращайся.